Да я им сейчас скажу не туда. Или может мы не туда что-то, нет? Нет, все нормально. Ласкап это 1-1. Этого... Ласкап это РЛПКшная. Нет. Ласкап это РЛПКшная тема. А это там какой-то Вандервар какой-то организовал. Закидух, смотрите. Такое плотное, что его можно резать ножом. Раступился негр. Этого матча ждали давно, и от его исхода негр раздвинулся. Ну мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Фабригас и Суле. Пока неплохо. Плохая передача. Вылез. Еще бы ее не перехватить. Леху запускай, хорош. Лупи издали. Вот он. Я сдал, Леха. У тебя чудо. Такие мячи аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику. Свечка положила. Прекрасно был. На четвертой минуте давайте. Забит был этот гол. Продолжаем в том же духе. Говори. Прижимай, прижимайте. Да. Ай. Я, короче, здесь буду тусоваться. Говори. На линии защитник. Это может быть опасная атака. Владеет мячом команда и выбирает хорош. Момент для обостряющей передачи. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Лысый неплохо действует игрок. Мяч выноси. Отобранный. Что хорош. Дальше? Скину, Сань, поближе ко мне. Реми. Ой, хорош. Хорошее оборонительное действие. И запускай. Кто первым успеет к этому мячу? Давай вторую баночку ему. Отлично! Удар перекладиной гол. Мяч прошел на недоступную для вратаря высоте. Кто это красавец? Это гултура. Кто пернул? Че 2-0 укрепила команду свое преимущество. Отлично сыграно, надо решать. Все штанги поломали. Мяч у защитника, он сыграл. Ребята, на мяч. Дали, наверное. Атака закончена. Удар от ворот. Мельдония вдолбили, пока курили. Санти, скидочки не получаются. Дальше Леху. Это может быть опасно. Такие передачи всегда дают опасность для соперника. Ладно, нормально. Арбитр назначает угловой. Давай разыграем, Лёх. А, видишь? За что-то еще вернитесь. Вовик. Блин. А у меня потянуло. Блин. Я не виноват. Пас отдай, лучше пас. Парани. Какая реакция, какой прыжок. Все, у них залог стоит просто. Ребят, я тут сзади против троих остаюсь. Давай, 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 вешай. Игорь, назад, Игорь. Оттянись. Здесь высокие. Далеко слишком. А там стоят настройки на ботов. Давай на угол навешу и это откиньте назад. Давай, давай. Я здесь стану. Не-не-не. Ладно. Терри! Еще один угловой. Лех, вешай на линию вратарской, а я набегу оттуда. Скину. На линию ближе, вратарской. Ближе, ближе, к себе, ближе. К себе, еще. Ближе к себе. А то перелетает вот. Мяч. Да, вот сюда вот давай. Так. Ах ты, сука! Опасно! Бот! Ботинок положил. Понятно, что ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать. Центр, Сань, на второй темп. Исправлять свою же ошибку. Блин. Здесь защита справляется, мяч отобран. Все равно не расслабляйтесь, играем, еще надо забивать. Тут только первый тайм. Блин. Тут может что-то получиться. Хорош. Выбей, выбей. Выносите нет. Сразу, блядь. Да, блядь, я два раза нажал вынес, нахуй. Я ебу, блядь. Хорош, Сань. По флангу. Или так. Терри. Хорош, запускай по флангу. Рамос. Еще с тобой.
Отобрали мяч у соперника, теперь блин, можно начинать свою сколько атаку. Какой-то. Это может быть опасно. Угу. Не дай навесить. Хорош. Игра что это было, блин? Да он там бота цепанул. Я попрошу. Угу. Он игнорирует. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распределиться мячом. Не, пробуй в касание. Там я пробую. Можно было скинуть. Лев the best, блядь. Давай, стой. Реми. Отличный вот отбор, но кому достанется вот, мяч? Что он вообще тут делает? Это левый защитник, блядь. Хули он там тусуется? У него суперзащита стоит. Как вы сказали, ёбаный бот? Хорош. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Давай, беги уже. Отличный навес. Блин, зачем убежал? Опасная подача была, но Борис оборона вешу справляется. Пока неплохо. По жопе себе. Это фин. Такой я умею. Поджопный финт. Хорош, нормально, нормально. Мяч за боковой линией. Лучше так. А, они обескуражены просто. Не, ты не то слово подобрал. Игорь, ну блин. Игорь. Я пас нажал, я давал. Тогда и так приходится играть. Если что так. Вари. Фабрикас и Суле. Зажигай. Нет, не расслабляйся. Зажгу, блин. Игорь, не зажигай. Кого-то из нападающих. Нам нужна еще разница мячей, если будет одинаковое количество очков. Душ-Сантуш Авейру. Надо по минимуму. Отлично, Вовик. Нормально. На юг его туда, на юг. Давай. Дожимай. Надо возвращаться. Отлично. Давай. Толкай его. Убрал защитника с дороги. Хорош. Игрочков. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. В центре, смотрите. Защитник должен снимать хорош такой навес, что он и делает. Ой, будет молодой. Ой, будет ваши красавцы. Реми. А, Саня. Да, нормально. Правильно. Продолжает владеть мячом. Мощник долго, один пора бы уже как-то обострять. Ай-яй-яй. Хорошо разобрался в ситуации. Поторопились. Защитник и перехватил эту. Ой, отлично. Хорош. 3 минуты будет добавлено. Там, в принципе, было время. Остановите. Витя, надо уйти. Трап. Хорошая обработка. Передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Так, давайте концовочку. Нормально. Но пора бы и обострить. Вот, хорош. Да, в нападении вообще что-то за 2 матча ничего не создали. Мы? Они. А, ну они, да. Схавали их. Не, мы начали нормально. Сейчас вот еще понадежнее в обороне и... Посмотри, Сань, тебе конкретно. Если видишь, убегаю и можешь пас в разрез отдать или верхом отдавай. Потому что, опять же, у них не очень плотная оборона. Касашку в пас. Касашку в пас. Что, закидушку? Да, давай закиду. Кто будет закидывать? Я Вове дам. Вован нормальный. Давай, Вован. Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, это не Вован. Это не Вован. Соброс вперед. Грамотный пас, все по делу. Это ж... А, хорош. Ну что же, стоило бы хорошо попытаться. Душ-Сантуш Авейру. Накрывайте. Отлично сыграно, надо решать. На весик смотрите. Нормально. Если бы в центр летел, там бы... Я попрошу. Рыжий костыль сыграл. Ну, это желтая, блядь. Да там он... Под тобой. Тут уже грузить надо. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет.
наш. Ишь ты, блядь. Ух ты, не ушел. Смотри. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Удар! Опасно! Гол! Команда забивает, но у соперника значительно. Ну вот некоторые бьют на технику, а здесь футболист положился на силу. Не расслабляемся. Но не прогадал. Удар получился точным, и мяч угодил в правый нижний. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1 счет. Навес не получился. Защитник сыграл хорошо. Посмотрим за этой атакой. Блестяще! Все верно, Краяна. Центр. Нормально. Решение очевидное, хорош. И судья может показать карту. Без карточки было. Мужик, у тебя волосы такие же, как у меня. Штрафной, железный штрафной. Ну, здесь у арбитра не было никакого. У одного парикмахера. 14-го заберите. Ух ты, опасно, он скинул, блин. Так, где у нас центр вообще? Хорошее оборонительное действие. Вот он. Кто первым успеет к этому мячу? Сыграно-то хорош. Точно, а вот стоило. Долго держит мяч команда. Можно было навесить. Попробовать. Фабрика это, и Суле. Практикуйте оттуда, вот с угла штрафной навесики. Как я делал с Шулером. Да. Очень часто проходит. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Видите. Мяч отобран чисто. Ну, похоже, блин, реально. Первым. И играть еще полчаса. Да я в Саню стукнулся. Какой-то, знаете, кашет, между собой. Отобран мяч. Берите в центре много игроков. Тут там написывают. Душ Сантуш Авейру. Удар! Ох, аккуратно. И справляется вратарь с этим ударом. Хорош. Момент! Что за суматоха у вас? Отлично. Леху, запускай Леху. Да что за пас? Просто невероятный перехват. Верхом. Это может быть опасно. Да, навесить. Навес. И как пробил. Я прошу. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Блин, беги. Ой, толкай. Поддавим его. Пересек мяч боковую линию. Пусть ошибаюсь. Туш Сантуш Авейру. Отлично. Хорош. Переводите на другой. 20 минут осталось играть. Вот и блядь. Атака остановлена, но кто получит хорош мяч? Лёх, забегай. Вот так. Это может быть опасная атака. Да ну куда? Душ Сантуш Авейн. Блин, один. Сука, наебал, блин. Упал я там. В надежде на открывание. Штрафной удар. Хорош. Отсюда можно и пробить. На штангу встать? Не надо, он бить не будет. Навешивать будет. Будет навес, да. Может, и ударить. Кстати, Безрученко может ударить. Бей, блядь. Десятку. Четверку еще. Десятку я закрыл. Ну и все, там по флангу. Отлично задумано, отлично исполнено, 5 баллов. Вынеси, хорош. Сразу игроков. Фланги, смотрите. Отлично сыграно, отлично. Надо решать. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Да ну, медленно. Туран. Хорошее владение мячом перед штрафной отлично площадью, водит, но пора бы и обострить. Леха, писуйте его. Хорош. Штрафной ставит судья. Нарушение на мне. Ой, богу, блин. Я попрошу. Ух ты, блин. Фабригас и Суле. Сука. Зря. Это не выбрасывайся. Это может быть опасно. Да, подкаты нахуй нужны. Туран. И сука, есть ноги, гол! Такой мощный резкий удар с близкого расстояния, парни, еле увернулся.
Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй. Матухи много. Игра продолжается. Счет 3-2. Позицию не теряйте. Сзади вас уже никого нет. Йо-Куаси. Пасы давайте. Мяч отобран чисто. Ну-ка. Что делаешь ты, шаг, блядь? Говори. Уже начали отбрасываться. Давайте, спасибо. Может получиться интересная атака. И как Игра становится. Что там был? Ну что он, блин? Похоже, они решили поиграть вдвоем. Посмотрим за этой атакой. Йо-Куаси! И что это? Гол! Блин, вот у нас вот так всегда. Вот, блядь. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Ну вообще, блядь. Вообще вторую половину игры вообще в пас не играем. Да, это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. 3 минуты. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. Очень неплохо пока. Надо только довести эту атаку до ума. И тогда победа ваша. Рома, бегай. Тут может что-то получиться. Да он вообще не бежит у меня уже. Чем мы выиграли? Выиграли. Не, ну это уже идут это домашние и гостевые голы. Это круто. 2 очка набрали за 2 игры. Это групповой этап. Групповой этап. Тут как в Лиге Чемпионов. Статы, Сань. Ну, давайте всем спокойной ночи, счастливо. Вообще второй темп провалили. Просто. В самый нижний угол. Красавец. Просто второй темп провалили. Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в угол. Давайте. Я очень люблю удар на технику на исполнение. Я еще поиграю. Я еще здесь. Они нам за второй тайм 7 ударов нанесли. Ну, мы как ударили в створ в первом тайме 3, так и осталось. Из этой атаки может быть опасно! Второй тайм. Второй тайм все, просрали полный. Удар, я говорю, второй тайм надо подтягивать. Во втором тайме почему-то суматохи очень много стало. Инициативу отдали и все. Надо было додавливать еще парочку видео. Расслабились, потому что. Решил отбить. Это напоминает Ливерпуль 2005 года. И у них кто-то с полузащиты начал нападение постоянно во втором тайме подключаться, потому что у меня по 2 игрока было. Либо защитник начал подключаться, либо полузащитник. Потому что у меня за спиной всегда дошло это дело. Интересная атака. Посмотрим за этой атакой. Йо-Куаси. И что это? Гол! А скиньте кто-то ссылку на турнир этот. В этом ВКонтакте. В группе. Там нет никаких ссылки. Просто это... конференция.